Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на песте». И сегодня надпись на песте для Евгения Орлова. Смотрим надпись для Евгения. По традиции красивый вид. Не зря гальки на кроссовке сдавал Евгений. Ой, не зря. Смотрим надпись для Евгения. Орлов, ты охуенен. Та-да-да-дам. Пока ты думал, я думал. Ну что, дьявола, посмотрели видосик? Вот наподобие мне надо превью для канала. А то желтый какого-то говна наделал, но я вам сейчас поставлю. Так что если у нас есть монтажист какой-нибудь пиздатый, сделайте мне превьюху секунд на 40. А я вам ничего. Ну все, посмотрите, что желтый наваял. Такая хуета вообще. Желтый, ты ни в чемный. Угу. Ну че, рано рот, погнали нахуй! Вот такая зверька у меня каждое утро в 5:30. Ну еще разик. А Юра опять в своей любимой кофейне пришел выпить кофе за наших девочек канала. Девочки канала, не злитесь. Я же вас люблю. Кофе готов. Видите, он говорит, иди бери кофе, иди возьми меня. Сейчас с вами попьем кофейку, потом съездим, закупимся продуктами и подстрижемся. Ой. Приятно выпить кофейку на берегу моря. Доброе утро, дьявола! А я пью кофе и иду вон туда поплавать. Мазитов приехал, что вы смотрите? Думал я сегодня, думал. Смотрел на свои прекрасные волосы. Растить их никто не захотел. Но приснилась мне Анна Гольфстрим. И знаете, такая говорит: Юра, побрейся наголо! Так что, Анна Гольфстрим, парикмахерская для тебя. Сейчас буду лысенький. Пойдемте, найдемте самую на улице, короче, раздевалку парикмахерскую. Как посчитать арматуру? Берете мел и считаете. Хуй наебешь. А вот так выглядит парикмахерская. Сейчас я проеду. Как-то подозрительно похоже на кухню. Вы готовите или стрижете? Оказалось, это не парикмахерское, а кафе. Но очень похоже. Зеркало, фен. Блять, ну ты Орлов, Орлов. Скоро надпись на песте для тебя, Орлов. Орлов, Женька, Евгений Орлов. А у меня сегодня опять радостное известие. Мы сегодня с вами опять идем покупать кроссовки от Валеры. Погуглил, нашел магазин Adidas какой-то большой. Думаю, там, наверное, размеры есть.
Вот представляете, какой я несчастный. Мне приходится выбирать, блядь, кроссовки от Валеры и носки от братьев Гулиных, блядь. Не потому, как они нравятся, мне не нравятся, а чтобы просто подошел размер. Хуй знает, мне кажется, это неправильно. Но ничего с этим не сделаешь. Ногу не уменьшишь. Привет, друзья. В сегодняшнем видео мы с вами и Юрой отправимся. Сперва сходим на море, позагораем. Я вам покажу, какое море сейчас в Нячанге. Потом съездим в магазин Big C. Это самый большой здесь торговый комплекс в Нячанге. Потом вы поставите лайк, задонатите 1000 внизу. Наставите на путь истинный Анну, которая Гольфстримы, про которую теперь нельзя говорить, тоже, блядь, фыркнула. На какие-то я вопросы не ответил. Значит, не там задавала, раз не видно вопросы. Тоже, представляете? Есть же у нас великая Анна Гольфстрим. Всегда все было шершавель. Она здесь заявляет, ты почему на мои вопросы не отвечаешь? Я говорю, Анна, какие вопросы? Я тебе типа в донатах там пишу вопросы, я проверяю. Донаты где-то приходят от Анны, спасибо огромное, а вопросов-то нет. И короче, пиздец, поссорились, поругались, наверное, так это можно сказать. Повздорили с Анной, но ничего, образумится. Вайбись, Юрка, по телеку, блядь, нихуя. На обед у Юрки сегодня. Вам же интересно, да, что я ем? Или вам насрать? Напишите в комментариях. Сегодня я доедаю окрошечку, хлеб, салями, сметанка и чаек. Приятного мне аппетита. Вот иду, пробираюсь по Нячангу за кроссовками. А вы все думаете, это легко? Тратить ваши донаты, это вообще не легко. Смотрите, магазин. Перекресток семи дорог. Вот и я. Пиздец. По мне так Валера какая-то хуйня. Охуеть, 3200, это 10 тысяч. За кроссовки, вы что, ебанулись? Ну, померяем. А, они здесь, видишь? Здесь теперь нету этой хуйни. Ну, грязный, вонючий носок. Какого-то мертвого человека. Фу, бля, сейчас и грибок. И мне вообще не нравится. Алло. Я. И чё? Чё хуйня какая-то? Чё хуйня? Хуйня за десятку, ёпта. Подожди, я бегу такой, бегу, и уже заебался. Да и мне неудобно. Неудобно дорого, ёпта. Ну все, сейчас откройте глаза и представьте, что вы не такое никчемное существо, как вы есть. А вот типа вы живете на море и идете на море с утра. Ой, про никчемное существо, наверное. Ну, блядь. Представьте, что вы не тот, кто есть. Лучше вот так. Конечно, вход здесь на пляж не очень, но... Время 7 утра. Юра не спит. Угу. О, пойдемте туда. Там почище вода. И медуз нет. Здесь коронавирус. Короче, походу, вторая волна начинается. Угу. How much кокос на пляже? 60 рубликов. Если вглубь Нячанга уйдете, то в два раза дешевле. И все, идешь такой. Трям-трям-трям-трям-трям. А какие-то идиоты сейчас на работу идут. Ой. Так. На лежаки вы не надонатили. Так что пойдемте вон туда, в Круди. Люблю Круди в начале мая. О, нифига.
Надо сделать фоточку, свой охуенный инстаграм, ссылочки на который. Только ради вас зайду в воду. О-о-о. Вода сегодня прям кристально чистая. Вы, наверное, спросите: Юра, ты не устал на море каждый день ходить? А я вам отвечу: все-таки, наверное, нет. Не-не, мочиться не буду. Шорты только постирал. Блять, ну она охуенная водица. Блять. Как разрабатывают дуриан? Народу, смотрите, сколько смотрит. То есть в одном дуряне, видите, сколько получается хуйни? Вот такая упаковка, 750 рублей. Валера, зырь. Блять, вот захочешь себе Nike, да? И хуй там, блять, вот и как? Валера, я в печали. Угу. Еще и хуйня на губе не проходит. Блять. Сейчас еще в один магазин, короче, пойдем. Угу. Если я и сегодня кроссовки не куплю, то я куплю тепку. Угу. Но это не на кроссовке, а просто куплю тепку. А то, знаете, на шопинг уже, блядь, настроился. И ничего не купить тоже не могу. Угу. Тем более тепку Алене обещал. Только дорогая, сука, 1800 стоит. Ну, черная такая, модная, рипкул. Ну, надо сперва, наверное, подстриться. Светленькие. Ну, блядь, это тяжело, это, знаете, для путешествий. А нам надо бегать. А что еще? О, может, здесь нам повезет? Сейчас, блядь, 1020. А где эта хуйня? Ну, блядь, что, кроссовки. О, 45 размер нам несут. О, видали, какие охуенные. Блять, иду теперь хромаю. Снимал эти кроссовки за 10 тысяч с себя, блять, и что-то мышцу потянул нахуй. Ну, а знаете, блять, мне кажется, они с носком вообще будут маленькие. А чтобы носки, блять, купить, они стоят носки, блять, 450 тысяч, это 1300, ёпта. Так что надо, наверное, купить сперва дешевые носки и с дешевыми носками сюда прийти и померить. Ого, беговые охуенные. Have a nice day. Oh. Ой, блядь, это уже не отсюда. Все-таки не устоял, решил окунуться. Ой. Ой, какая теплая тварь, а. Ой, вода очень мокрая. Все. Хотя, блядь, давайте. Вообще заебись, подождите. Ой, как заебись-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Умеете так кружиться в воде, дьявола? Как волчонок. Ой, волчок. О, нихуя, даже голова закружилась. Have a nice day. Дьявола,
тут такая тема. Маленькие вьетнамские дети построили вот такую вот хуйню. Но у меня возникло желание это сломать. Давайте вместе. А, все, они построили и уходят. Давайте как Годзилла. Как делает Годзилла? Получите. Ла-л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 а. Блять, настроение неплохое. Киньте тыщенку, пожалуйста, друзья мои. И лайк. Расстроился и взял себе такси. С множеством таких-то. Ага, окей. Чип, эри, чип. О, Юра едет на лесопеде. Алла Пугачева приехала. Мы с вами пробираемся до бабули. О, Мерперле. 2100 стоит номер вот в этой гостинице на данный момент. В принципе, неплохо. Если хотите, чтобы я здесь сутки побыл, всего 5000 рублей. О, вообще красиво, блядь. А кафешки, смотрите, все заняты. Обалдеть. Обалдеть. Еще один ресторан. Смотрите какой. О, ели такого? Ебала. Аф, аф. Вот таких заведений очень много вдоль вот пляжу. Скоро богач какой-нибудь приедет, и мы с Маван отведаем что-нибудь вкусного. Уж свои деньги на эту хуйню я тратить не буду. Я уже сколько раз зарекался, блядь, не брать морепродукты. Я их реально не понимаю. Конечно, может быть, этот дальневосточный краб и заебись. Ну, короче, ждем мазитого с Терюхой в гости. Ну, а мы с вами подходим. Спасибо нечангостым подписчикам. Четко адресок дали с фотографиями. Все как в лучших домах Ничанга. А, во. Это у меня было на картинке. И Винмарт здесь. Значит, туда. На 600 рублей. Ну, парни говорят, что здесь два. И вот, смотрите, да, в Хошимине в два раза дешевле. То есть, блядь, выгоднее ездить в Мойню, брать себе сразу недели на две. Так что думаем. Система мономахов. Монахов. Блядина. А сейчас... Печальные новости для гада. Гад Гадович Гадов, смотри, что случилось. И привет. Ой. Смотри, Гадыч, все пизда. Им, короче, уже вообще их не сделать. И здесь. То есть, гад, им конец. Надо что-то делать. Я даже не знаю, что. Хоть новые, блядь, бери. Угу. Но ты, гад, не переживай. Пока у тебя нет возможности, я и в этих похожу. Ничего страшного. Хожу, наслаждаюсь морем. И знаете, что думаю? Вот многие из вас меня в личку в Инстаграме спрашивают. Юра, посоветуй. Я вот типа челядь, куда мне уехать легче будет?
И вот я уже здесь какую? Вторую неделю в Нячанге, да? И до этого был полгода назад неделю. Сейчас, конечно, рано делать какие-то выводы. Но на мой взгляд, если ты тупой, бестолковый, да еще и челядь поганая, не знающая ни языка, вообще боящаяся всего куда-либо там уехать, за границу, думаешь, что, блядь, это вообще нереально, как ты будешь ходить к врачам, как ты там будешь на байке ездить, с кем ты будешь общаться. Так вот, для таких, ну и для нормальных людей, как я, ну и другие люди нормальные, мне кажется, Нячанг — это реально лучший город. Вот для переезда на, не то что на ПМЖ, но даже на ту же зимовку. Сюда даже пенсионера можно, знаете, загнать, и то он здесь разберется. То есть, нету сложности ассимилирования, или как это? Короче, вообще легко. Ощущение, что ты, блядь, где-то, знаете, у себя там. Это даже с учетом того, что здесь сейчас мало русских. И то вот есть эти группы в Телеграме, там, блядь, они вообще так все досконально, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю. То есть реально ничего знать не надо. Так что если собираетесь куда-то съебывать, попробуйте с Нячанга начать. То есть вот знаете, здесь полгодика пожить, уже дальше можно двигать. Будет не так сложно. Но это опять же мое мнение. Угу. Пляж есть. Цивилизованные квартиры. Там он вообще, блядь, горы, как в Турции. То есть нормально. Также с утра Юра любит повисеть на турнике. А, нихуя. Нихуя. И висишь. Ла-ла-ла-ла-ла. Все, зарядка закончена.